Всем привет, дорогие друзья, с вами Макс, и сегодня я хотел бы провести эксперимент. Взрыв 1000 криперов в Майнкрафте. Делать я все это буду на версии 1.9.4 с Optifine и выделенной памятью 4 гигабайта на Майнкрафт. Надеюсь, у меня комп не взорвется от такого взрыва. Но и прежде чем мы начнем, ребятки, пожалуйста, поставьте лайк на этот ролик и подпишитесь на канал, если вы здесь впервые. Также, чтобы не пропускать мои стримы, а также новые видео, нажмите на колокольчик. И можете, кстати, в группу ВКонтакте вступить. Или добавить меня в друзья ВКонтакте. Все ссылки, короче, будут в описании, друзья. И давайте, наконец-таки, начнем. Итак, и первое, что я хотел бы сделать, это не взорвать всех этих криперов, а просто призвать оцелотов в середину этих криперов. Давайте это попробуем сделать и призываем. Смотрите, как криперы разлетелись по углам. Как они боятся этого котенка. Ну, да, прикольно, все. Теперь давайте тогда, наверное, уже взрывать. Ну что ж. Взрываем с помощью зажигалки. Наверное, одного крипера или сразу кучу поджечь. Я даже не знаю, даже не думал об этом. Если вы не знали, то крипера можно поджечь обычной зажигалкой. Ладно, будем это делать ночью. Да ладно, давайте, нормально. Так, мне нужно подумать, где мне стать. Вот тут стану, короче, и, кстати, уже выбралось где-то три крипера уже выбралось. Неизвестно как, 4 даже. Ладно, все, короче, давайте взрываем. Вот это вот взорву. И... Вау. Ну... Это было клево, но что-то... Почему взорвался только... Ну, прикольно, но почему-то нету никакой цепной реакции, смотрите. То есть взрывается один крипер, и потом очень много криперов падают, смотрите. Ну, да, это прикольно, чтобы повеселиться. Давайте, наверное, поставим тайм-сет 1. И давайте попробуем еще раз. Давайте вот это вот крипер взорвем и... Вау, ну эффект, да, эффект классный. Ради эффекта я бы посмотрел. Тем более моб не очень-то и хороший, поэтому повзрывать я его согласился бы. О-о-о, да, это красиво. Это красиво, кто бы не говорил, но это красиво. Так, давайте попробуем теперь взорвать динамит возле вот оставшихся криперов. Интересно, что будет. И... Вау, еще лучше. Ну, да, прикольно. Но мне интересно, почему не все криперы взорвались. Ну ладно. Теперь, наверное, давайте сделаем вот таким вот образом. Думаю, вы уже поняли, что я хочу сделать. И давайте это сделаем. Так, нужно хотя бы куда-то в какую-то кучку. А то что-то их маловато. Вот, вот тут они как раз потом сбегутся надо мной. И геймод 0. Поехали. Ну, это было круто. Ой-ой-ой, блин, теперь я не вылезу отсюда никогда. Потому что они будут копать яму постоянно из своих взрывов. О, кстати. Меня убили снег... Кстати, а почему? Странно. Я урона вообще не получил. И, кстати, вот мои вещи. Давайте еще раз попробуем повзрываться и... Неплохо. Неплохо, друзья. Да уж, всех я криперов не успел взорвать. Почему, я не знаю. Блин, почему не знаю, я думал, что взорвется один и взорвутся все остальные, но что-то оно было не так, хотя, думаю, надо было просто прыгнуть в эту яму с криперами, как, наверное, я и сделаю в следующий раз. Ладно, друзья, на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, напишите в комментариях, какие еще эксперименты мне сделать с всякими мобами. Смотрите у меня другие ролики, например, реалистичный Майнкрафт или топ-5 фактов о чем-то, или обзоры команд, обзоры модов, все. На этом все, друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, вступайте в группу ВКонтакте, добавляйте меня в друзья ВКонтакте. На этом все, всем удачи, всем пока.